Свистать всех наверх! Сегодня мы продолжим наше пиратское приключение. Так что промочи горло чем покрепче и отправляемся навстречу морскому дьяволу. Так, погоди-ка, ты что, это не смотрел первую часть? Разрази меня гром! Быстро перешел по ссылке в описании, посмотрел от начала до конца и вернулся! И лайк поставить не забудь, а иначе всю жизнь будешь палубу драить, салага. Посмотрел? Молодец. Рад увидеть твою рожу снова. Остановились мы на том, что Бидли, Джерми и Косметра решили немного поистреблять демонюк и собрать рог изобилия, чтобы наутать себе ресурсов на корабли людей. Но для начала небольшая ремарка. В предыдущем видео, в миссии с освобождением великого волшебника Ксантера, мы встретились с запиской, как бы наталкивающей на прохождение, используя морские пространства. Я решил, что это какой-то лютый байт, однако в комментариях меня поправили, что стратежка на самом деле вполне рабочая. Нужно также, сломя голову, отправиться на другой город варваров, расположенный на западе, и играть от него. Что, кстати, намного легче, ибо он без запретов на строительство. Вот такие дела. Вернемся к рогу изобилия. Собрать его несложно, нужно всего лишь отвалить прилично так бабла великим мастерам Энрота, чтобы получить его составные части, которые уже останется всего лишь соединить воедино. Что касается самой миссии, она офигенная. После мучительно долгих урегулирований дел, пираты наконец стали пиратами, так что действие происходит на воде. Полный чил, особенно учитывая, что наши герои уже подкачаны и умеют неплохо так воевать прямо со старта миссии. На эту карту у меня ушло 3,5 часа, хотя я мог и намного раньше закончить, но мне даже самому захотелось остаться здесь подольше. В один момент в комнату Бидли ворвались перепуганные матросы, увидевшие на берегу огромных людей-крокодилов. Бидли, выхватив шпагу, сразу же побежал разбираться, и в действительности обнаружил двух тяжело дышащих существ, похожих на людей-ящеров. Подоспевшая сзади Косметра, как главная википедия компании, сразу пояснила, что существа эти никсы, древняя раса морских разумных рептилий. Когда-то очень давно, примерно в этом месте было их королевство, и сейчас что-то заставило их вылезти на поверхность. С каждым днем никсов становилось все больше и больше. Оказалось, что чуваки они вполне разумные и умеют говорить и даже держать в лапах оружие. Ну, спасибо, что не гнолы, как говорится. Они рассказали, что на одном из скалистых островов находится их старинный город, ныне осажденный демонами. Когда принц Никсов Тарк попытался прорвать осаду, то был пленен. Союзник в виде человекоподобного крокодила-принца. А что? Звучит по-анимешному. Тем временем мы неплохо так пробиваемся и отстраиваемся. И знаете что? Рофл быть. Ведь кригане действительно подумали, будто Катерина наняла пиратов. Поэтому они стягивают часть арьергарда к побережью и скоро предпримут попытку выбить пиратов отсюда. Ну, вообще, из этой ситуации можно вынести и свои плюсы. Скидки в тавернах, безопасный доступ в крупнейшие порты королевства, норм. Кстати, если вы вдруг задались вопросом, а чё вообще думает Патрис по этому поводу, то он крайне раздосадован тем, что Косметра так активно втягивает братьев в авантюру, из-за которых гибнет немало славных парней в стычках с демонами. Хотя вы скорее зададитесь вопросом, кто, мать его, вашу Патрис? Все нормально, ребят. Так как этот канал выпускает обзоры на игры старше 20 лет, и у целевой аудитории уже давно альцгеймер, поясню, Патрис — это главный помощник Джерми, который появляется исключительно вот в таких сюжетных диалогах. Тем временем мы уже контролируем примерно половину карты, и встретились с первым довольно серьезным противником, демонюгой Игнатом, имеющим приличные статы и армейку. Чисто теоретически мы можем оставить эти острова демонам, просто накопить голду и скупить все нужные нам части артефактов, не ввязываясь в войну. Но я словил такую плюс мораль, что готов был провести на этой карте еще вечность. Так что мне нужно еще 40 душ. И вперед бить демонические сосала, мужики. Но будь у меня лишь кучка матросов, я бы конечно не решился атаковать бесчисленные орды врага. Просто получилось так, что когда Бидли отправился грабить морскую утопию, морские змеи решили, что им стоит примкнуть к его великому отряду. Ну а я чё? Я только за. С такой армейкой уже ничего не страшно. Да и еще и плюс статов в утопе накинули. Ну держитесь, супостаты инопочисленные. Продвигаемся дальше по карте, захватывая все ключевые объекты, и на одном из островков обнаруживаем хижину провидца, который просит прогнать ифритов, выживших жителей из домов их андеграунд мира. Ну чё, погнали. Голые там, намазавшиеся, бегают у костра там, или как, прыгают, бегают, ритуал там у них какой-то, или танцы там. Я Бэтмен, Бэтмен, Бэтмен. Бэтмен я, Бэтмен, Бэтмен, Бэтмен. Я Бэтмен.
них, а он все равно продолжает стоять, как скала, блядь. Я уже не знаю, что с ним делать. 0 баллов из 10, блядь, говно, сука, пойду жаловаться. Вы смотрите, блядь, я серьезно говорю, нахуй. Underground. Так вот, я двинулся на демонов, и почти сразу меня встретило серьезное сопротивление. Но по статам мы сильно обгоняем противника, так что в целом даже просто захватываем первый город Криган. И вот только сейчас я обнаружил очень даже имбовую механику городов Инферно. Ведь в этих кампаниях нет магии контроля, то есть ни полета, ни городского портала, ну один оставьте, у вас есть совесть, ни двери измерения. А вот у Инферно городской портал имеется в виде постройки. Это условие сильно бафает эту, казалось бы, ничем не примечательную фракцию. Находим царя Никсов Тарка, что, казалось бы, стоило сделать еще давно. Этот персонаж теперь будет таскаться с нами по миссиям. И знаете, я совсем не против. Помимо того, что он специализируется на Никсах, он всегда приходит в таверну со своей единичкой. И чисто теоретически, таким образом можно добыть бесконечное количество Никсов. В пределах количества ваших существ и золота через разбивки героя и покупки в таверне. Вот такая тоже мысль. Я уже упоминал в прошлом ролике ослепление, буквально спасшее нам жизнь. И сделаю это еще раз, ибо как не замечать эту имбу перед глазами, когда она постоянно тащит тебе игру. Ну вот, абсолютно точно проигрышный бой с гарнизоном. Однако же, ослепляем все стаки демонов, прячемся в правом нижнем углу, и все, остается лишь поубивать их поодиночке. Что, ну, гораздо проще. Я великий слепой. Я ничего не вижу. И вот у нас уже под контролем 2 замка. А значит, мы можем телепортиться. Переносим Бидли в захваченный город и принимаем осаду Мариус. Ну, тут уже методика известная. Всех ослепляем, эфритов убиваем и мочим гадов. Тут я, правда, еще решил уничтожить катапульту, чтобы не дать проснувшимся стекам зайти в город и оставить себе возможность стрелять с башен. В общем, мы одержали очередную победу в финалочке, хоть и на тоненького, побегав в конце от рогатых демонов. Быренько собираем все гроши, относим мастерам и получаем ебейший артефакт. Это честь держать его в руках. Правда, долго держать его не получится, ибо он не бесконечный. Поговаривают, именно из-за этого Арчибальд и проиграл войну в свое время. Такие дела. Фух. Ну все. Да, вы можете сказать, что задушнил в конце со своими боями с демонами, но... Я облетел все поле и так и не нашел, кто, блять, вас спрашивал. Следующая миссия рассказывает историю конкретно Никса Тарка. Оно и не мудрено. Героя в сюжет вплели, а нам о нем ничего еще не рассказали. Да и что делать, когда на твоих плечах лежит судьба всей расы? Бороться. Тарк был готов пожертвовать собой, чтобы спасти Никсов и даровать им свободу. Не знаю, как вы, но я уже готов голосовать за этого парня на следующих выборах. Тарк стоял и наблюдал, как пираты погружают войска и припасы на корабли. Может быть, еще увидимся. Но сейчас он думал только о своем народе. Веками они хранили свое существование в секрете. Однако, пора выйти на сушу. Тарк знал, что на дне моря есть подводные пещеры, которые ведут в царство подземных лордов и чернокнижников. Именно они когда-то нашли и поработили небольшую колонию Никсов, которая жила обособленно от острова, где правил Тарк. Теперь пришло время вернуть им свободу, а заодно показать, кто действительно правит Никсами. Ведь он, Тарк, был последним представителем королевского рода. С виду неспешный и флегматичный, как и все рептилии, он быстро усваивал информацию. Тарк знал, что сейчас лорды Нигана погрязли в гражданской войне, и они не сразу спохватятся, когда он вторгнется в их владение и займет один из городов. Я не слишком силен в лоре, но все главные события тройки происходят в 1160-1175 годах после Безмолвия, так что, вероятно, гражданская война подразумевает собой рвение к власти над Ниганом Мутары и отсылает к ее кампании. Тарк понимал, что не может спасти абсолютно всех, но сможет вывести большинство. Остальные пусть бегут сами, если захотят жить. Так что наша цель – освободить хотя бы 30 Никсов. И тут вы, как зрители с очень хорошей памятью, можете подумать, что можно провернуть это и тем способом, о котором я уже говорил ранее, то бишь разбивками героя. Но, к сожалению, нет. Ибо потеря героя приравнивается к поражению. Очень жаль. Ведь это лишает нас уникального опыта и веселья. Да с этой фишкой карты Хоты претендовали бы на настоящий Мерси в Сим. Ну что ж, будем действовать по старинке. Пиздеться. Да и делать это с Тарком и его Никсами под экспертным лечением очень даже приятно. Мужики реально непробиваемые.
Захватив ближайший город, Тарк выпытал у местных жителей инфу о том, что пленные Никсы работают в пещерах уровнем ниже. Ядовитые испарения там смертельны для минотавров, людей и троглодитов. А Никсы почти не обращают на это внимания. Эта особенность народа Тарка когда-то очень понравилась чернокнижникам. Можешь выбрать себе любого питомца, которого ты захочешь. Ящерица? 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 Вань, ты дурак совсем? А вот мне понравилась задумка автора в двойном подземелье с несколькими этажами. Это уже, как полагается, отсылка на Arx Fatalis. В общем-то, миссия в моем исполнении получилась довольно легкой. Я даже опять уебался в полное истребление подземных лордов. И с одной стороны, месть лордам подземелья за все их деяния против народа Никсов – канон, но с другой, Тарк, как флегматик, возможно, не поддался бы таким чувствам. Да, и как он выскажется в одной из следующих миссий? Лучше переждать, пока они сами друг друга поубивают. Ну да ладно. Я наткнулся на кучку имбовых артефактов, составляющих Альянс Ангелов. И мои статы выросли до ебических 32 атаки и 20 защиты. Взял в армию Кристального Дракона Снычки, ну и все. Непобедимая стратегия. Уничтожаю легионы подземных лордов и собираю Никсов с предварительно захваченных нычек. Баланс сил в мире восстановлен, миссия выполнена. Возвращаемся к пиратам. Основательно подготовиться к походу за рогом было хорошей идеей. Путь флота Бидли лежал к югу Таталии, к малоизвестным островам. То ли это произошло случайно, то ли за их флотом кто-то шпионил, но по пути им встретился королевский флот Таталии. Почти с десяток когов и два фрегата. Потопить коги было несложно, но когда в атаку пошли фрегаты, то стало ясно, что пора выходить из боя. Каравелла Битли дала последний залп всем бортам и, повинуясь попутному ветру, принялась огибать опасный участок. Джерми встал ему на хвост, а следом пошли галеры. Но таталийские фрегаты кинулись в погоню. Они рвали шрапнелью паруса, надеясь остановить дерзких пиратов. Один из кораблей уже начал нагонять их флот, топя галеры. Люди-ящеры, зажав в зубах длинные кинжалы, прыгали в воду, заползали по веслам в галеры и устраивали там резню. Осталась всего одна галера. На ней был Патрис, тот самый первый помощник Джерми, который вызвался быть капитаном. Первый раз в жизни. Косметра уверенно и невозмутимо решила остановить таталийцев. Джерми было хотел возразить, но лишь промямлил пару слов. Дурак, блять. Косметра сотворила разрушительное заклинание, создав из воды айсберги, которые стремительно росли и уничтожали все живое. Куски льда и дерева осыпали флот пиратов. Фрегат таталийцев оказался пробит, а галеру вообще разорвало пополам и подняло на ледяном шипе. Косметра удалилась в каюту. А Джерми еще долго стоял и смотрел, как исчезает вдали чудовищный айсберг, который спас его жизнь, но отнял жизнь его друга. Он был готов к потере своего помощника или еще кого-то из близких друзей. Жизнь пирата имеет свои особенности, но не ожидал, что это произойдет именно сегодня. На самом деле тяжелый трагический момент. А ведь Патрис изначально, еще при первой встрече с Косметрой, как настоящий гигачат не симп, был против помощи женщинам. А попал он на корабль Джерми вообще случайно. Боровшись за независимость одного из архипелагов Эрафии, тамошний губернатор отловил всех оппозиционеров и повесил, кроме самого Патриса. Ему удалось сбежать, будучи матросом, на первом же корабле, идущем до Эрафии. Ему пришлось оставить семью и надежды на том острове и пойти за Джерми. Хотя мы не знаем самого Патриса, не знаем, как он выглядит, а его размышления могли наблюдать всего несколько раз за игровой процесс, его искренне жаль. Мужик вообще не хотел лезть во все эти дела. Он шел за другом, коим считал Джерми Альбатроса, что довольно редко в пиратском братстве. Да, это трагедия маленького персонажа по меркам истории, но Патрис сыграл далеко не последнюю роль в жизни этих пиратов. Однако стоит лишь надеяться на то, что Джерми немного вразумят эти события, ибо это совсем не дело. Друзей на сиськи не меняют. Ну, опустим пока что эти размышления. Ведь вот он, решающий момент судьбы. Потеряв много кораблей и матросов, флот Бидли прибыл в указанное Ксандром место. Пустынный мелкий островок, на котором возвышались вековые скалы. На одном из торчащих из воды камней чья-то неведомая рука нацарапала. Остров Мстительного Змея. По словам Косметры, рог находится под землей, в лабиринте змея. Прочитав какое-то заклинание, скалы издали рокот, и нечеловеческий железный голос, подозрительно похожий на оракула Энрота, подтвердил, что пароль верный. Среди скал открылся зловещий черный проход, за которым была видна каменная лестница, теряющаяся в темноте.
Бидли взял в одну руку саблю, а в другую пистоль, и вместе с проверенным отрядом людей начал спуск вниз. Но неожиданно железный голос снова объявился и сказал, мол, второй уровень защиты не пройден, закрыв скалы прямо перед носом Джерми и Косметры. Джерми в лютом тильте, потерял лучшего друга и брата одновременно. Косметра его несколько успокоила, заверив, что Бидли жив и нужно просто успокоиться, отдохнуть, расслабиться и ждать его возвращения. Удивительно. Какое же сильное все-таки заклинание ослепления. И как этой женщине легко втереться в доверие пирата. Я понимаю, что он, возможно, влюблен в Косметру, а потому всеми силами не хочет в своей голове признавать ее вину в нескольких последних событиях, ее отговорки и манипуляции. Короче, исключен Сигм. Пока Бидли занимается исследованием лабиринта змея, остальным стоит подумать о будущем. Тоталийцы, видимо, решили, что Регна задумала налет на Тоталию, так что, залезав раны, они снова ринутся в погоню. Нужно постараться разбить их силы, чтобы Бидли не попал в лапы этих лягушек и собачек, как только выберется. Как вы уже поняли, миссия тут делится на две части, и линия Косметра и Джерми, направленная на подкач героев, ну, вроде как и ничего, но отвлекала нас от главной части с приключениями Бидли, которая мне действительно понравилась. На месте мапперов я бы сосредоточил силы на конкретном сегменте в виде мини-РПГ приключений Бидли, ну, как минимум, чтобы дать игроку зачилиться. Я что-то не припомню, черт подери, чтобы я тебя о чем-то спрашивал. Пока Косметра и Джерми выясняют отношения по поводу произошедшего, Бидли, передвигаясь по подземным катакомбам, находит брошенный плот с какими-то объедками, а позже и куски пергамента, безмятежно плавающие на поверхности по всем подземным водам. Кто-то здесь был не так давно и тоже искал рог бездны. Однако, постепенно собирая куски, мы понимаем, что эти ребята рог найти не смогли. Зато, надышавшись спёртым воздухом, они начали видеть какие-то страшилки в темноте, и их охватила сильная паника. Но ведь морские чудища — это же байка. Или же нет? В один момент Бидли натыкается на обветшалую тюрьму, сделанную из обломков кораблей. Из-за двери доносится голос, молящий о спасении. Он представился Даргемом. Именно его рукописи и были разбросаны по дороге. Он рассказывает, что его поймали обезумевшие бандиты, которых здесь полно ошивается. Даргем взмолился об освобождении, уверяя, что нашему пирату он не конкурент, рог ему более не нужен. Хоть дуй, хоть ром хлебай. Но без него обойти иллюзии Бидли не получится. Ибо некоторые морские змеи тут не настоящие, и надо произнести магические слова, чтобы это проверить. Он нас не обманул, и мы в действительности встречаем целую кучу морских змеев на пути к рогу, что вероятно иллюзия, однако вынуждающая нас Даргема освободить. Он произносит нужные слова, и мы забираем рог в специально отведенном под это данжике. Но едва Бидли протянул руку за рогом бездны, как услышал за спиной голос. «Не могу поверить, наконец-то он мой!» Пизданув Бидли по башке, Даргем схватил артефакт. Стены древнего свода начали шататься, а алтарь поднялся на поверхность, образовав новый островок. Предатель схватил рог, но не смог сообразить, что с ним делать. Он стремительно вызвал лодку заклинанием и прыгнул в нее, не забыв взять с собой потерявшего сознание Бидли. Джерми и Косметра видели рождение острова, а также видели, как уплывает Даргем, а следом за ним из воды выныривают огромные морские змеи. Джерми не знал, что все это означает, но понимал, что его брат попал в беду. Он сразу же приказал ринуться в погоню. Но Даргем скрылся за островом, а навстречу пиратам вышла армада других кораблей Регны. Пришлось уклониться от боя и разбить лагерь на небольшом островке, чтобы собрать силы для удара по крепости Даргема. Видимо, кто-то захотел получить рог сильнее наших братьев и нанял этого самого Даргема, предположила Косметра. Разведчики донесли, что тоталийцы, оскорбленные недавним разгромом, хотят потерять свой флот в третий раз. Они нашли нас и на этом забытом архипелаге. Блять, ёбаные ящеры, нахуй, отъебитесь уже от меня! Где-то на востоке они воздвигли свой форт и готовятся к вторжению. С одной стороны, это очень хорошо, что они не делают различия между двумя бандами пиратов. Но с другой стороны, будет очень печально, если они, а не мы, захватят Даргема. Тогда Бидли будет висеть в петле рядом с Даргемом. Но на этом тревожные новости не заканчиваются. По всему Антагоричу начали появляться странные города с золотистыми куполами. Косметра считает, что это армия лордов стихий. И один такой город появился где-то на севере архипелага. Скорее всего, их привлекла сила рога бездны. Вероятно, они хотят его забрать и вернуть в план воды. Но небольшой кайф все-таки присутствует.
Вернулся Тарк. Он вместе со своими сородичами вылез из воды прямо под лагерем. Так что, хоть и не все, но никсы будут биться на нашей стороне. Кроме того, некоторые морские змеи, расположенные по всему океану, все еще мыслят, что должны охранять Рок. Так что можно околдовать этих тварей, чтобы они помогли его отбить. Один такой красавец может потопить целый фрегат. Так что берем эту информацию на заметку. Если я скажу, что эта миссия была интересной, то я совершенно точно не совру. Персонажи опять же раскачанные, а это означает, что боевки проходят ой как приятно, даже с малым количеством войск. Однако это не означает, что мне не пришлось немного подушиться. Давай по новой, Миша, все хуйня. Карта огромная, врагов много и они далеко не те гнолобом же из первой кампании. Так, стоп. Очень важный момент. Скажите мне, пожалуйста, я один слышу на фоне, как кто-то говорит... Пиздец. Пиздец. Stop it. Get some help. По ходу этого противостояния Джереми и Дарьем перебрасываются письмами с предложением сдаться и отступить. Было только Джереми задумался ради спасения Бидли свернуть операцию, как Косметра его вразумила, взяв на понт. А может быть ты трус? Нет, леди. Джереми Альбатрус – самый смелый пират между Энротом, Эрафией и Джадамом. Твою мать! Джереми, ебучий ты симп. Да ладно, хуй с ним. Пошло все в пизду, сколько можно, блин. Противники, помимо соприженцев, не представляли прям, ну, очень сильной угрозы. А вот лорды стихии задали мне жару. У них тут и заклинаний, ёбнешься, и армии тоже предостаточно. Но я бы не был бы собой, если бы их так и не передушил. Осталось дело за малым, добиваем всю Шилопони и выдвигаемся на замок Даргема. Я решил его немного покоцать армагом, но гад компухтер умный шукапец. Сразу же кастанул защиту от огня. Во второй раз уже с войском сопряжения у меня вышло это в разы лучше. Ну и на третье нападение осталось лишь добить соперника, что особого труда не составило. Когда защитники Рекнанской крепости дрогнули, Джерми и Косметра бросились внутрь. Дарьем, бросив пленника и схватив Рог Бездны, побежал на самую высокую башню. Пока Джерми помогал брату освободиться от веревки, вдруг выяснилось, что нанимателем Даргема был. Кто бы мог подумать, была наша красавица Косметра. Дарьем, брошенный жрицей на произвол судьбы, уже было дунул в Рог, но так кинуло в него какое-то заклинание. Произошел огромный магический взрыв, ударная волна которого наполовину разрушила крепость, а под ней самой стало образовываться что-то вроде водоворота. Джереми запомнил только, как он отчаянно пытался залезть куда-нибудь повыше, под крики Косметра о том, что все пошло по пизде, и всех сейчас затянет в другой план бытия. Спустя пару часов, а может и пару недель, Джереми пришел в себя на берегу моря. Куда пропал Бидли? Погиб? А что стало с Рогом? Неужели это конец легенды о Роге Бездны? На эти вопросы вы узнаете ответ уже в следующей серии. Встать на якорь! И до скорой встречи, матросы!